На выставке BIOT на нашем стенде компании Технавия представлены новинки нашего партнера компании 3M. И сегодня я хотел бы рассказать о такой новинке в области средств защиты органа слуха, как коммуникационных наушников Pelter VS Protect XP. Это унифицированное средство защиты органа слуха, которое позволяет нам в условиях высокого шума и оставаться на связи, и быть защищенным. Какие ключевые особенности этих наушников? Эти наушники в первую очередь защищают сотрудников от высоких шумов, имеют функцию Bluetooth, которая позволяет нам подключить данную гарнитуру к телефону и оставаться всегда на связи. Также наушники имеют встроенные стереомикрофоны, которые позволяют нам слышать все окружающие звуки и не быть изолированным. Так как они являются универсальным средством, эти наушники можно использовать также при работе в аэропорте. При обслуживании воздушных судов они имеют high-vis цвет, чтобы оставаться всегда в поле видимости, и всегда это повышает уровень безопасности. Их можно подключать к воздушному судну, используя Bluetooth-адаптер, что позволяет обслуживающему персоналу общаться с кабиной пилота и получать какие-то указания. Также в ассортименте компании Technavia появилась новинка от нашего партнера компании 3M в области CZOT. Это новая маска Secure Click, которая полностью меняет подход в мире CZOT к полумаскам. Какие ключевые особенности? У этой маски присутствует голосовая диафрагма, которая позволяет нам общаться, находясь в маске, что немаловажно на производстве. Кнопочка нам позволяет проверять подсос у маски, так как при использовании любых средств индивидуальной защиты органов дыхания необходимо учитывать нюансы подсоса. И также, если все обратили внимание, почему Secure Click, используется новая система крепления патронов. Это не устаревшая немножко система Bayonet, которая позволяет нам легко крепить патроны и легко снимать его с полумаски. Патрон сделали двухсторонним. Это уменьшает сопротивление дыханию и увеличивает эффективность фильтрующего элемента.